Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас у нас 26 мая. В этом году малине сильно досталось. Сначала ее подморозило, потом подсушило. Это хорошо, что сейчас дождики немножко прошли. Поэтому было решение принято мульчировать малину опилками. Вот. Также столкнулся в этом году я с проблемами болезней. Болезни вирусные, такие как израстание, еще курчавость малины есть, также малинный рак. Или рак малины. Вот эти вот белые пупырышки, которые на малине, на корнях малины появляются. Это называется рак малины. Такой посадочный материал нежелательно садить. Ну и где я не сталкивался в литературе, ну и у людей спрашивал. Больные выкапываются. В общем, посадочный материал генетически чистый садится. Ну и также насчет, откуда он берется, откуда эти все вирусные болезни берутся, конкретно никто ничего не знает. Говорят, что кто переносит насекомые, в общем, от малины к малине при обрезке. Но я так считаю, что малина сама по себе, она из-за сухости, из-за того, что очень сухая погода, становится сама по себе меньше. И ягоды то же самое становятся меньше. Поэтому мульчирую и начинаю немножко поливать. Вот на этом ряду уже капельный полив имеется. Ну и также немножко мульчировали ее. Ну а здесь пробую бороться с раком. Вот высадил больные раком кусты. И надеюсь, что какие-нибудь меры борьбы с ними помогут. Ну надеюсь даже, что поможет поливание или полив. Спасибо за просмотр.